Здравствуйте. Программа «Диалог». Сегодня у нас в гостях Сергей Крыцкий, руководитель ТО «Геоскан Казахстан». Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Добрый день. Сергей, век технологий, когда профессии и знания, которые относятся к сфере IT-технологий, программирования, да, инновационных технологий, все больше и больше востребованы. И ваша компания как раз работает в этом поле. Вы занимаетесь, в частности, беспилотными оборудованием, да, там, что у вас идет, оцифровка технологий. Ну, для меня, для человека далекого от этой сферы, конечно, это все непонятно, но очень интересно. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, чем занимается ваша компания? Наша компания работает в сфере использования беспилотных летательных аппаратов. У нас собственный авиапарк, можно называть так. То есть это беспилотники самолетного типа, коптерного типа. И, собственно говоря, используя данные беспилотники, мы работаем в различных отраслях. Это и сельское хозяйство, это градостроительство, архитектура, геологоразведка. То есть спектр задач, который сегодня решает наша компания, достаточно широк. Причем работаем мы по всему Казахстану. То есть есть проекты, выполненные в Туркестанской, Алматинской, Кустанайской областях, Западно-Казахстанской, Мангыстауской. Ну, наверное, сегодня только Восточно-Казахстанская область, то есть восточный регион. У нас, к сожалению, пока не охвачен, но есть куда еще стремиться. Да, все еще впереди. Да. И вот как раз, как вы говорили, то есть беспилотные технологии, затем оцифровка. То есть, по сути, это ну, вот как бы технологии, которые одна вытекает из другой. Потому что по результатам аэрофотосъемки мы получаем материалы о местности и дальше начинаем их оцифровывать. То есть это может быть определение пространственного положения какого-то объекта, это может быть определение площади, это может быть оценка качества. Например, если говорим про сельское хозяйство, то съемка при помощи мультиспектральных камер позволяет оценить качество всходов, например, на момент аэрофотосъемки. Можно провести оцифровку каждого дерева. Немножечко поподробнее. То есть у вас направление, да, вы работаете с сельским хозяйством, вы делаете 3D-модели, да, городов, это вот, получается, запускаете беспилотники, ну, это так вот уже по-женски, понимаешь, что летит беспилотник, и он делает какое-то сканирование, да? Как вот вообще происходит это на самом деле? Ну, практически так и происходит, то есть происходит запуск беспилотного летательного аппарата, он проводит аэрофотосъемку в зависимости от того, какая задача стоит, то есть на нем либо просто фотоаппарат, либо фотоаппарат там, с мультиспектральной камерой, да, для сельского хозяйства. И в дальнейшем, то есть мы получаем большое количество фотографий, координат, и идет дальнейший процесс, это фотограмметрическая обработка. У нас, собственно, центр обработки данных есть, ну, наверное, один из немногих в Казахстане, возможно, даже самый крупный, именно под задачи фотограмметрии. И уже после этой обработки мы получаем сельскохозяйственные карты, получаем 3D-модели городов и, соответственно, уже предоставляем заказчику либо их в чистом виде, либо с набором неких инструментов. А да. В чем вот необходимость вот этих карт, которых вы предоставляете, что они могут, что они дают заказчику? Тут все зависит от того, кто заказчик, да, и в какой сфере работаем. Ну вот, есть определенная такая у нас специализация, тоже это такое наше конкурентное преимущество, можно сказать. Сегодня в Казахстане ну, мы, может быть, еще одну компанию можно к нам отнести, кто вообще занимается созданием трехмерных моделей городов. Вот, то есть, и с учетом того, что у нас достаточно уникальная техника, быстрее нас, наверное, сегодня никто это не может сделать. У нас есть 3D-модели городов Туркестана, Петропавловска, соответственно, конечно, есть, Уральск, Актау, Талдыкурган, Капчагай, то есть, ну, достаточно широкий список, порядка, наверное, уже 15 населенных пунктов. И это основной, такой достаточно новый инструмент для управления архитектурой и строительства. Потому что в созданную цифровую модель населенного пункта можно внести макеты будущей застройки и посмотреть, каким образом данный микрорайон будет выглядеть в будущем. То есть насколько новые здания, да, их расцветка вписывается в архитектурный ансамбль города. Да, то есть если, например, дальше пойти и, ну, так скажем, углубить вот этот момент, можно внести данные по сетям, точкам подключений, то есть нагрузкам на сетям и уже проводить некое такое... То есть все коммуникации, такое, все, да? Все, можно проводить уже некую такое моделирование, да? То есть заказчик в виде управления архитектурой или, может быть, это проектировочная компания, она может, ну, такой градостроительной игрой заниматься, да? Посмотреть... Город будущего, которого еще нет, да? Да, и посмотреть, как это будет выглядеть. Можно моделировать потоки воздуха. Сейчас вот в Алматы стоит
как раз вот большая проблема. Застройка преградила движение воздуха с гор, то есть смог висит над городом. И тоже моделирование этих процессов можно на основании 3D-моделей города, да, то есть как по улицам будет спускаться этот город, как нужно выстроить в будущем застройку для того, чтобы эту проблему избежать. Вот, в 2019 году мы сделали 3D-модель Жасуркена, нашего микрорайона, так, совместно с областным управлением. Получили от них планы детальной планировки, посадили макеты внутрь вот этой цифровой модели, которую мы создали. И, собственно говоря, практически любой мог ознакомиться о том, как этот микрорайон будет выглядеть в будущем. Да, то есть вот в прошлом году мы тоже делали съемку для того, чтобы посмотреть, какие изменения произошли, то есть насколько это все соответствует, допустим, картинке предыдущей, которую мы давали. Для сельского хозяйства здесь тоже достаточно интересно, потому что по результатам аэрофотосъемки мы получаем точные контуры полей, точное пространственное разрешение полей. Очень часто споры у крестьян, да, то есть залез кто-то, когда пахал на соседнее поле или нет. То есть мы предоставляем высокоточные... А здесь объективная картина, да, происходящего? Да, то есть все данные геопривязаны, мы четко показываем, где должна была проходить граница, где она сегодня проходит. Более того, то есть если проводилась съемка мультиспектральной камеры, мы можем показать состояние растительности на поле на момент съемки, то есть рассчитать различные вегетационные индексы и посмотреть участки, где, например, растительность угнетена, и показать заказчику, то есть куда необходимо обратить свое внимание. Дальше эти материалы, могут и должны быть использованы для создания предписаний по дифференцированному вносу удобрений, но вот такая более глубокая технология, пока что вот этот принцип точного земледелия в Казахстане тоже сейчас активно развивается, технология не дешевая, поэтому как бы далеко не все крестьянские хозяйства, могут себе агрокомпании, да, то есть достаточно крупные, но это тоже становится востребованным продуктом. Вот. Сергей, а что вот самого интересного, увлекательного в вашей работе? Ну, во-первых, это то, что мы предлагаем, это вот части сельского хозяйства, градостроительства, это порой уникальные решения. Вот. Есть решения по тепловизионной съемке. И, собственно говоря, вот внедрение этих технологий, оно является тем самым интересным, особенно показать, какой эффект это несет. И порой для заказчика достаточно неожиданно, потому что все привыкли некоторые вопросы решать старым методами, да, старым, то есть трудозатратным, трудозатратным, оттуда долго. Эти технологии все новые, цифровые. Да. Затем это общение на уровне местных исполнительных органов, потому что очень часто для того, чтобы внедрить технологию, нужно, то есть нет нормативно-правовых актов, которые описывают, как эту технологию может использовать чиновник. И это большая проблема. То есть мы ведем достаточно такую интересную большую работу с заказчиками в том плане, что вплоть до подготовки инструкций, да, там каких-то, правил, как правильно это все нужно делать, применять. Мы создали для таких целей ассоциацию, то есть совместно с коллегами. Называется ассоциация компаний в области дистанционного зондирования Земли. То есть в первую очередь метод дистанционного зондирования Земли – это космическая съемка, съемка с беспилотника и съемка с самолета. Вот. И ассоциация ведет такую работу по популяризации современных методов дистанционного зондирования Земли, по внедрению их в управленческий аппарат госоргана. Сейчас достаточно на слуху это космомониторинг. Съемка с беспилотников сейчас, кстати, очень популярна становится в Казахстане. Только официально зарегистрировано 350 беспилотных летательных аппаратов. То есть это аппараты свыше 1,5 килограмм. То есть это не беспилотники, которые мы можем купить в магазине. И вот эти дроны, да? Да, то есть это не съемка свадеб, а это настоящая профессиональная техника, которая используется геодезическими, топографическими компаниями в составе своих работ по геодезическим изысканиям, либо как отдельное направление бизнеса, аэрофотосъемка. Вот. И сейчас настал тот момент, когда обилие аппаратов и необходимо выстроить правильную регуляторику. Да, то есть установить правила игры, которые сегодня, они есть, собраны там, в 4-5 документах, о которых, в принципе, многие пользователи не знают. Да, то есть сегодня создана авиационная администрация Казахстана, как раз она, как уполномоченный орган, начинает разрабатывать различные правила, то есть вот мы тесно с ними взаимодействуем для того, чтобы, во-первых,
упорядочить использование беспилотников, сделать его более простым. Ну, то есть, чтобы официально запустить беспилотник сегодня, у нас процедура занимает порядка месяца. Почему? Получение различных разрешений, согласований, это требует времени. То есть этот срок можно на самом деле сократить, потому что многие инструкции написаны под классическую аэрофотосъемку, то есть самолетом. Ну, согласитесь, запустить Ан-2, например, над городом, или беспилотник, ну, пусть даже там наш самолет, который там 10 килограмм весит, ну, это несколько разные вещи, да, то есть и безопасность полетов тоже, ну, совсем на разном уровне. Поэтому вот задача в том, чтобы выстроить вот это правильно регулирование, но при этом, чтобы не было ограничений. Вот в этом году, в прошлом году, в декабре, были приняты правила по использованию БПЛА, и на самом деле они рынок подкосили. Почему? Там были прописаны такие моменты, которые быстро, то есть быстро перестроиться бизнес не смог. Нужно было обучить пилотов, да, то есть именно азам, скажем так, безопасности полетов. При этом все знают все эти законы, наши пилоты, да, то есть зачем получать дополнительный документ, да, то есть, и при этом правила ввели с января, если я не ошибаюсь, в феврале, ну, по крайней мере, мы только в феврале узнали о том, что существует вообще учебный центр, вот, который сертифицирован в Авиационной администрации Казахстана. То есть появились дополнительные бумажки, которые очень проблематично получить, либо по итогу очень дорого получить. И это, наверное, неправильно. То есть это сильно сдерживает рынок. Вернее, это не сдерживает рынок, это уводит рынок в тень. То есть большинство сегодня эксплуатантов беспилотных летательных аппаратов, назовем это, партизанят. Для примера, для того, чтобы получить разрешение на авиационные работы, необходимо иметь в штате специалиста по авиационной безопасности. Раньше эти специалисты только при аэродромных службах, да, там, в авиационных компаниях. Чтобы он написал, ну, определенный объем документов, утвердить это в авиационной администрации. Согласитесь, если у тебя самолет, да, но если у тебя беспилотник, наверное, это нецелесообразно. Но не имея такого специалиста, не имеешь права. Ты не можешь получить эти документы. Мы сами пытались несколько раз, при нашем опыте полетов, да, то есть с 2018 года мы летаем, и налеты достаточно большие по количеству и часов, и количеству вылетов. Мы обратились в компанию, которая оказывает эти услуги. Стоимость услуги, ну, так, скажем, более миллиона тенге. Ну, хорошо, то есть крупные компании себе это могут позволить. А если это небольшая компания, у которой один беспилотник, ну, условно, ИП, да, что делать им? То есть, и вот это такой некий дикий рынок какой-то сложился, и вот одна из задач все-таки это как-то урегулировать, потому что рынок беспилотников, он будет расти. То есть, в 2018 году мы впервые вообще как компания начали бороться за те объемы, работ аэрофотосъемочных, то есть то, что можно выполнить при помощи беспилотников, которые в рамках госзадания напрямую передавались в квазигосударственный сектор, ну, различным РГПшкам. Да, хотя это довольно-таки конкурентный вид деятельности, нужно проводить конкурс, пусть РГП наравне с бизнесом конкурирует. То есть основной посыл в этом. Кропотливый труд, в принципе, ассоциация была как вынужденный шаг для того, чтобы, ну, понимали, что один в поле не воин, а тут уже за тобой ассоциация, там и в ассоциации сейчас более 15 ведущих компаний Казахстана. Вот. И на следующий год порядка 500 миллионов тенге, это тот объем аэрофотосъемочных работ, который будет передан в конкурентный рынок. Я считаю, большая работа, да, то есть, ну, достаточно интересный рынок сейчас. Все очень глобально, да, так, Сергей, вот происходит? Вы в таких масштабных каких-то категориях мыслите. Смотрите, вы же еще, у вас есть очень интересное направление, вы занимаетесь образованием молодежи, подготовкой молодежи, у вас есть какой-то проект образовательный, да? Ну, пока что, да, это проект, вот, вообще их два. То есть, если вообще рассмотреть рынок беспилотников, то в Казахстане сейчас начинают создаваться собственные производства. Да? То есть я уже сказал, что только официально 350 беспилотников, ну, таких больших, зарегистрировано. Я думаю, что в реальности их порядка 500 на рынке. То есть еще часть не зарегистрирована. И эти беспилотники нужно обслуживать. Будет. То есть придет момент, когда потребуется их обслуживание. Да? И понадобятся те самые специалисты. Да, понадобятся специалисты, но сегодня найти специалиста, который смог бы это сделать, ну, честно скажу, днем с огнем. То есть у меня есть механик, который обслуживает наши беспилотники, я дорожу этим человеком, ну, очень сильно. То есть таких специалистов достаточно сложно найти. И как раз подготовка специалистов, да и вообще, в принципе, направление детей в то
ну, в ту сферу, которая будет расти в ближайшие, к минимум, там, 10-15 лет. Да? Да. Но вот эту задачу ее нужно решать. Да, к сожалению, учебные заведения сейчас, ну, вот у них есть программа, и очень часто они не смотрят на перспективу. То есть ты поступил в первый год, через 4 года выпускаясь, ты еще учишься практически по программе, ну, там, 4-летней давности, да, то есть, и как раз вот здесь наша задача в том, чтобы вот в образовательный процесс включить те дисциплины, да, то есть те какие-то моменты, которые позволят готовить, ну, скажем так, специалистов, востребованных в будущем. Что мы делаем? То есть сейчас мы в первую очередь пытаемся в образовательный процесс включить учебно-методический комплекс, ну, он называется «Геоскан Пионер» нашего российского партнера. И вот этот учебно-методический комплекс мы сейчас пытаемся в виде организации неких лабораторий, лабораторий дронов в школах. Да, то есть есть поставки в Назарбаев интеллектуальной школы в ряде регионов, есть поставка в кадетский корпус, кстати, вот военные очень заинтересованы в развитии вот этих вот навыков, причем со школьной статьи, чтобы эти, ну, уже специалисты дальше росли, потому что я думаю, что для задачи обороны как раз беспилотники очень большая помощь, ну и последние там события мировые это показывают. Вот, сейчас с нашим университетом мы достаточно плотно работаем, там тоже будет организовываться лаборатория дронов, но вот надеемся, что начнут расти наши специалисты, эти специалисты начнут где-то сами разрабатывать дроны, где-то, используя уже готовые дроны, развивать различные направления, допустим, там дистанционная доставка грузов, то есть, ну, много чего можно реализовать при помощи дронов, да, то есть и пандемия, кстати, некоторые направления, наоборот, выпечила вперед, что нужно их более активно развивать. Это первое направление. Второе направление, ну, то есть нам предложили быть партнером российского конкурса «Агро-НТИ». То есть что это из себя представляет? Это даже, наверное, уже не конкурс, а некое такое движение. То есть проводятся конкурсы на базе учебных заведений, ну, например, это там, пусть будет даже университет. И «Агро-НТИ» — это возможность школьников сельской местности познакомиться с современными технологиями. То есть понять о том, что возвращение с дипломом в село — это не, ну, извините за выражение, там, не коров доить, а на самом деле в село скоро придут достаточно современные технологии, и им нужно соответствовать. Да? То есть там есть дисциплина агродроны, агророботы, там, агрокосмос. Да? То есть, и, соответственно, дети уже со школьной статьи понимают, что да, свое будущее тоже можно связать с селом. И, как бы, во-первых, мы имеем, ну, большой интерес, да, то, что да, подготовка кадров, молодых кадров. Затем для учебного заведения, на базе которого проводится данный конкурс, они, по сути, получают талантливую молодежь, да, выбирают. Да, и сами учебные заведения, видя большой интерес, начинают свои программы уже готовить с учетом вот этих новых технологий. То есть здесь, как бы, такое, знаете, три, по сути-то, задачи мы решаем. Для нас это интересно, потому что сейчас рынок в сельском хозяйстве несколько сжат. Люди не понимают, как эти данными пользоваться. Специалисты, те же агрономы, они не понимают, что с этим материалом высококачественным, высокоточным, как его применить, то есть какие там, глядя на них, какие действия. Не хватает знаний, не хватает, да, скорости восприятия, скажем, то так, совсем другие знания приходят. Абсолютно, да? Верно. Они, получается, и когда будут выходить уже специалисты новой формации, по сути, они будут требовать, дайте нам эти данные, а здесь открывается рынок для нас. То есть вот наш, ну, это такая долгосрочная перспектива, да, да. Но не работая в этом направлении, наверное, ну, то есть получить дальнейшего развития бизнеса, устойчивое развитие бизнеса, то есть достаточно сложно. Да? То есть как в той сказке, бизнесмен, он должен как? Одну ягодку собираешь, а другую примечаешь. То есть вот если ты ягодку следующую не примечаешь, ты обязательно в будущем либо столкнешься с проблемами, либо это приведет к некому закрытию твоего бизнеса. Сергей, спасибо, все так очень интересно, но мы ограничены временем нашей программы. Мне было всегда, вот меня всегда интересует вопрос, за руководителем, за человеком, который, ну, мыслит масштабно, развивается, как этот человек справляется со стрессом, как человек справляется с теми задачами, которые стоят перед ним, и я думаю, что это не всегда все происходит ровно и гладко. Вот как вы справляетесь со своим стрессом, если вы в него попадаете? Вообще, ну, это, возможно, мое сугубо такое личное мнение.
бизнесмен, он должен находиться всегда в состоянии некоего регулируемого стресса, контролируемого стресса. То есть это позволяет ему находиться постоянно в тонусе. То есть если у тебя все хорошо, ты такой вальяжный, то есть случается проблема, то есть есть такая инерция, да, пока ты вот эти шаги сделаешь по преодолению, иногда это бывает критический, ну, то есть критический момент, который как бы вот не позволяет быстро решить проблему на зародыше. Поэтому для себя, то есть я стараюсь всегда держать себя, так скажем, в тонусе, то есть находиться в неком состоянии, ну, как я сказал, контролируемого стресса, то есть выходить постоянно из зоны комфорта. То есть постоянно искать какие-то там новые ниши, отслеживать конкурентов, то есть ставить задачи по оптимизации. Пока ты эту задачу не решил, ты находишься в состоянии стресса. То есть на опережение вы как бы идете? Да, то есть и нужно себя постоянно выводить, тогда у тебя есть положительная динамика, есть положительный рост. Да, в бизнесе бывают проблемы, то есть здесь уровень стресса бывает зашкаливает. Ну, скажем так, каждый для себя находит свои способы. Я открыл, это было, кстати, в этом году только, это пробежки утром. Пробежки. Да, причем это не просто пробежки, это бывает, когда уровень стресса низкий, да, то есть для поддержания собственной формы, то есть ты просто бегаешь с утра, например, за час я пробегаю там, ну, предел 7 километров, но когда стрессовая ситуация, проблема на работе, мне нужно на самом деле, ну, то есть себя каким-то образом собрать, да, то есть сподвигнуть на подвиги будущие, то здесь я даже на уровне пробежки ставлю себе пусть маленькую цель. Мне нужно пробежать не 7, а 8 километров. И когда ты утром достигаешь этой цели, ты выходишь победителем, да, то есть ты пробежал больше, ты с этим же настроем идешь на работу. И с этим же настроем ты подходишь к решению проблемы, ну и, соответственно, к снижению стресса. И вот для меня это стало таким определенным открытием. Ну, сейчас вот погодные условия не позволяют бегать, значит, лыжи. Но таким образом достаточно интересно, эффективно, полезно можно, да, решать. Всегда немножко, выходя из зоны комфорта и ставя перед собой более высокую цель, нежели была вчера. Да, то есть ты можешь просто бегать для себя, да, всегда мысли упорядочить, что всегда это полезно, именно бег утром. Сергей, спасибо за очень интересный разговор, за очень интересный диалог. Я вам желаю всегда быть победителем в любых ситуациях. Спасибо. До свидания.